заводы, строительные площадки, сельхозпредприятия Кубани – основные места трудоустройства иностранных граждан. Законопослушные проживают в гостиницах или обустроенных временках. Нелегалы ищут жилье поскромнее в заброшенных бараках. Часто живут там, где работают – на стройках, в подсобках. Специалисты миграционных служб Кубани, полиция, представители администрации по распоряжению губернатора Александра Ткачева должны выходить в рейды и профилактические проверки. Одно нарушение трудового законодательства выявили в Ейском районе. В Анапе, Краснодаре и Сочи система профилактики нелегальной трудовой миграции налажена. Межведомственные комиссии работают активно. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и его территориальный отдел продолжает работу по выполнению поручения Совета Безопасности в части миграционного выполнения миграционного законодательства в пределах компетенции. На сегодняшний день с момента поручения было проверено 394 организации торговли и 31 управляющая компания рынков. На сегодняшний день нарушение законодательства по квотам привлечения иностранных граждан на эти предприятия нарушений не выявлено. Хотя административное нарушение есть, сотрудники полиции составили 1420 протоколов на сумму более 5 миллионов рублей. В Анапе за неделю выявили 7 нарушений в сфере трудовой миграции. Нарушителей выдворили. 2 украинцев за нелегальную работу и 5 граждан Узбекистана. Иностранцы работали без разрешения. Напоминаем, телефон горячей линии по вопросам незаконной миграции 307-21. В ночное время сообщить о нарушениях можно по телефону 02. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа, регион.